Как вот я верю в Сан-Франциско. Внутренняя сосредоточенность, которая подразумевает постоянное созерцание иных миров. Понимаю. Хочу вас увидеть. Поэтому одну историю все-таки я вам расскажу. Мы уже 2 года записываем новый альбом, и он уже, в общем, на горизонте уже видно. И вот летом, в июле месяце этого года, я сидел и работал над песнями, которые в него должны будут войти, и совершенно неожиданно написалась песня совсем другого плана, всерьез, которую я принять никак не мог, даже хотя люди, которые меня там окружали, с восторгом ее приняли, но как-то было понятно, что, понятно, что это несерьезно. Но песню жалко. Хорошая песня написалась, как похоронить ее не хочется, и в альбом она явно не может пойти. Что в нашу эпоху делает человек, который сталкивается с подобной дилеммой? Элементарно. Вот. Для этого существует YouTube. И поэтому мы вышли с друзьями во двор, они взяли на изготовку свои айфоны. Это был сумерки, я спел эту песню, мы поставили ее в YouTube, и я думал, что на этом дело закончено, моя совесть чиста, до свидания, все в порядке. Через неделю у этой песни был 1 000 000 просмотров. Пришлось передумать эту песню. Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, оно мчится. Ох, жить бы в моей душе на горе с богами. А ей играют в футбол с сапогами, лезут как хотят, куда она денется. А душа как шахид возьмет и наебеется. Как мы с ней живем, великая тайна. Все кричат вира, все равно выходит майна. Бил лбом в бетон, думал, все изменится. Бог с ним, время наебенится. Время умирать и время рождаться. Время обнимать и время уклоняться. Время ничем. Трогать огня, жить успокоюсь.
по телу мою хлеть, душа пленница. Поджигай временно явиться.